А это рододендрон якушиманский Беко. Сорт очень необычный. Первое, на что я хотела бы обратить ваше внимание, именно листья. Сам по себе оттенок листвы очень темный, темно-зеленый. Сама по себе листва очень плотная, на ощупь как будто она кожаная прям ощущается. Конечно, цветение. Бутоны имеют нежный лиловый оттенок, но распускаясь, сами лепестки окрашиваются в едва-едва фиолетовый, почти белый цвет. Смотрится очень празднично, очень эффектно, стильно.